привет! В эфире канал «Письма со всего мира», письмо из Великобритании. Впрочем, сейчас будут все письма из Великобритании, потому что в другие страны я сейчас посылаю не очень много, и не все страны хотят отправлять в мою страну, впрочем, как и в Россию. Большое направление, с которого пришли бы большинство ответа, это США, конечно же. Ну, США сейчас не отправляет, но, тем не менее, письма я туда отправляю. Единственное, указываю не свой адрес, и ответы идут, но увижу я их не скоро. И маленький спойлер, я получила ответ от актрисы Наоми Уоттс. Да, неожиданно, конечно, со съемок. Не ожидала, что она будет отвечать, но у меня было такое стойкое предчувствие ей написать. Причем я написала два раза, потому что адрес съемок изменился, и она ответила двумя письмами. Вот, так что я невероятно рада, счастлива. Ну, а сейчас мы посмотрим, кто же ответил в этом письме. Оно уже было открыто. И та актриса, что... В конверте она заклеила еще дополнительно скотчем. Вот так вот мой конверт, чтобы уж наверняка никто не вскрыл. Итак, кто у нас там? А, там у нас актриса Лидия Уилсон. И она играла в таких фильмах, как «Star Trek. Бесконечность», «Бойфренд из будущего». Я отправляла ей две фотографии, и вот так вот она... мне подписала их. Особенно меня порадовало вот это вот фото. Она полностью расписала, поблагодарила меня за прекрасное письмо. Вот, надеется, что однажды посетит Беларусь, ну, потому что я во всех письмах пишу, что приезжайте, у нас открытые добрые люди, у нас, кстати, без виз даже для иностранцев, представляете? Так что заезжай, не хочу. Вот, ну, для нее очень много, значит, мои слова и поддержка, и она мне пожелала успехов, короче, ой, посмотрите, вот так вот все исписала. Я очень люблю такие ответы, у меня есть пару таких ответов, где вот актрисы вот вместили все свое искреннее послание вокруг своего фото, ну, о, блин, это вообще здорово, здорово. И когда я получила этот ответ, я прям, ну, не знаю, это здорово. Очень обрадовалась. Я решила отправить там, где она брюнетка и блондинка. Вот, и вот так вот. Ну, я так понимаю, что это фото ей больше всего понравилось, потому что именно на нем она написала, хотя тут тоже было очень много места. Ну, блин, красивая актриса такая, интересная внешность у нее, здорово. Писала в агентство, ну, уже сказала, что обратные расходы оплачивала, и очень-очень довольна, что она ответила. Золотой маркер не стирается, что очень хорошо, ну, вот, вот как-то так. Здорово, здорово. Люблю такие ответы. Хотя, мне кажется, даже вот немножко маркеры отличаются. Вот этот вот более темный, а этот более светлый. И, а здесь она подписала тоже светлым. Интересно, молодец. Очень здорово. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу. Пока!